Каналы растут как грибы. Например, в Индии на YouTube зарегистрировано всего лишь 40 тысяч каналов. В России на YouTube уже 300 тысяч, а вот в Америке уже 1 миллион 400 тысяч каналов. И по сути это только начало пути, но тем не менее уже конкуренция достаточно высокая. Какие-то каналы очень популярны, на них миллионы подписчиков, другие каналы почти мертвые, ну или скажем так пустые. И вот мне интересно проанализировать, за счет чего какие-то каналы выстреливают и резко набирают десятки тысяч подписчиков, а то и миллионы, а какие-то умирают. Я не буду сейчас рассуждать про ботов и различные способы незаконной раскрутки-накрутки. Я хочу порассуждать в другом формате. А давайте попробуем сравнить канал с бодибилдером, или как там их еще называют, скачком. То есть, например, мой канал — это бодибилдер. Так как мой канал только начал развиваться, то и бодибилдер я начинающий. Мышц еще мало, а мышцы в моем сравнении — это подписчики. Мало мышц — это значит мало подписчиков. И вот мой канал начал качаться. Будут ли результаты? Ну, конечно, будут. Появится сила, выносливость, опыт. Появятся какие-то мышцы. И так какое-то время будет продолжаться. Но потом, по-любому, наступит застой. То есть мышцы больше не будут расти. В моем примере это значит, подписчики больше не добавляются. А бодибилдер, например, решил заниматься телостроительством по-серьезному, профессионально, и решил выступать на соревнованиях. Все знают, что в профессиональном бодибилдинге все 100% качков принимают анаболики. Все 100%. Таковы правила игры, потому что там на сцене результаты настолько высоки, что в натуральную без стероидов этих результатов никогда не добиться. Посмотрите на этих людей. Развитие их мышц находится выше пределов натурального человеческого развития. То есть на овсянке и яйцах так не раскачаться. Они все 100% принимают анаболики. И это все знают. Для себя люди качаются в натураху, без химозы. Но все те, кто вышли на сцену, за результатом принимают анаболики. Этот результат могут достичь только те, кто принимают топинг. Топинг, ну это такая дополнительная помощь. Топинг, в моем примере, это и есть анаболические стероиды. Инсулин, гормон роста, метан, сустанол и так далее. И теперь мое сравнение снова примерим к каналу. Если блогер открыл канал на YouTube для себя, то какое-то небольшое количество подписчиков, конечно, будет. А если канал хороший и видео интересные, то результат вообще может быть неплохой. Может так достичь десятков тысяч подписчиков. Но наступит предел. Я думаю, что предел любительского развития канала примерно где-то 100 тысяч подписчиков. Я говорю примерно, и то даю достаточно высокую цифру, но цифру возможную. А вот если блогер решил свой канал вывести на профессиональную сцену как бодибилдер, то без анаболиков блогер свой канал никогда к успеху не приведет. Ребята, никогда! И это реальность. Таковы правила игры, и все про это знают. Поэтому, если блогер решил заниматься каналом профессионально, я имею в виду, чтобы на канале были, к примеру, 150 или 300 тысяч подписчиков, да, или вообще миллионы, а также миллионы просмотров и, соответственно, и деньги, то в таком случае блогер просто должен, да он просто обязан, начать принимать анаболики для блогеров. Вот так долго и витиевато я подходил к сути этого видео. Я употребил выражение «анаболики для блогеров». Так давайте разберемся, что это такое. Под выражением «анаболики для блогеров» я понимаю, это различные средства и методы, которые, не нарушая правил YouTube, помогают блогеру сделать канал одним из лучших и зарабатывать на этом деньги. Теперь возникает вопрос, какие анаболики для блогеров бывают? И тут мне вновь
поможет сравнение с бодибилдером. В бодибилдинге есть анаболики, которые колят, а есть, которые кушают. Поэтому, как я думаю, анаболики для блогеров есть такие, которые вкалывают в сам канал, а есть, которые воздействуют снаружи. Итак, анаболики для блогеров бывают. Первое, внутренние, то есть инъекционные, то есть такие, как SEO-оптимизация. И вторая разновидность анаболиков для блогера – это внешние анаболики или, скажем так, оральные, то есть от слова «рот». Внешние оральные анаболики для блогера – это PR, заказ рекламы. И тут я делаю такой вывод. Я считаю, что на той схеме, которую я обозначил, для раскрутки канала блогеру на внутренние анаболики, на такие как SEO-оптимизация, в принципе, деньги не нужны. Потому что на YouTube, если поискать, можно найти все эти фишки и секреты абсолютно бесплатно. Просто на это надо потратить время. Но если деньги есть бюджет, то тогда все гораздо проще. Нанимайте на зарплату менеджера по SEO-оптимизации вашего канала. И этот анаболик для блогера заработает на полную катушку. Я имею в виду правильные теги, правильные названия, ключевые слова, плейлисты и все другие секретные фишки. Надеюсь, я понятно объяснил, как работает внутренний инъекционный анаболик для блогера. Теперь давайте я объясню, как работает внешний анаболик для блогера. За деньги покупаются у известных каналов и блогеров, например, лайки, которые видно в фиде всем подписчикам. Также покупаются комментарии, еще покупаются плейлисты. То есть, например, я плачу Ивангаю 1000 рублей, и он ставит лайк этому видео. И все 4 миллиона его подписчиков видят этот лайк, то есть видят мое видео. Дальше я плачу Кейт Клэп 1000 рублей, и она пишет хороший комментарий к этому видео. И все ее подписчики этот комментарий видят. Дальше, например, у меня есть бюджет $1000 в месяц за лайки и $1000 в месяц на комментарий. А также у меня есть, например, бюджет и на другие анаболики для блогеров. Сами понимаете, что без бюджета на анаболики для блогеров блогеру не стать одним из лучших. Почему? Потому что таковы правила игры. И не я их придумал. Я лишь для себя это все структурировал и поделился с вами своими мыслями. Теперь давайте, скажем так, трезво оценим мой канал. За один год 150 тысяч просмотров, 310 видео и 810 подписчиков. Вопрос, принимал ли я анаболики для блогеров? Нет, у меня нет бюджета на них. Отсюда вывод, могу ли я с данной позиции выйти на профессиональную сцену, где соревнуются другие блогеры, можно так сказать, бодибилдеры, где у них бюджет, и они обколоты анаболиками для блогеров? Ответ очевиден, на такую сцену мне не попасть, потому что бабло рулит, ребята, а без бабла, без бюджета, а соответственно и без анаболиков для блогера, результат всего лишь 810 подписчиков. Кстати, если присмотреться на сцену, где известные блогеры соревнуются в количестве подписчиков, то ведь там, очевидно, идет обыкновенная война бюджетов. И вы знаете, когда я всю эту кухню начал понимать, то я начал уважать известных блогеров. Да-да, именно уважать, так как они сначала прошли этап без анаболической раскрутки, без бюджетов, но потом они нашли способы, возможности и средства, и доступ к бюджетам, к анаболикам для блогеров. И это круто, пацаны. И передо мной сейчас стоит такая задача, найти вот этот шаг к бюджетам, к анаболикам, и я его найду. Сейчас как раз я изучаю эту тему. Я изучаю расценки пиара, рекламы, лайков, комментов у известных блогеров. Я спрашиваю у известных блогеров, сколько стоит у вас лайк. Они мне говорят, вот столько. И спрашивают, у тебя бюджет есть? И я говорю, пока бюджета нет. Я прекрасно понимаю этих блогеров. И я на их месте буду делать то же самое. Потому что цель у меня выйти на профессиональную сцену. И сейчас нет бюджета и всего лишь 100 просмотров. Будет бюджет, будет уже 100 тысяч просмотров. Конечно, кто-то скажет, что можно сделать коллаборацию бесплатно с другими блогерами, которые со мной на одном уровне и делают друг другу пиар и рекламу. Но вы же понимаете, что это мышиная работа. Надо пиариться у лучших. Нужен для этого бюджет, бабло рулит. Вот такие дела, друзья. Когда найду бюджет, я вам сообщу. А пока на сегодня все. Я благодарен вам, мои дорогие зрители, что вы смотрите меня без всякой рекламы и пиара. Никто вам меня не продвигал. Вы сами нашли мой канал на просторах YouTube. Спасибо вам. А моя цель – двигаться дальше. Профессиональная сцена впереди, а доступ к ней только через бюджет. И это все на сегодня. Оставайтесь крутыми. Бум! Like a ball, like a football.
doing? He's putting some butter.